Как бы у нас вот такой дом получается со стороны, да? Половина жилое, да? А половина парикмахерская. Сейчас покажу. Ее осталось только заштукатурить красиво. Крышу сделать. Там красиво крышу сделать. Видите, она еще не доделана. Но на крышу что-то желания уже нету лазить, потому что мы там вот упали с Альфией. Ну, что-нибудь придумаем потом, может быть, со временем. Вот такой дом, в общем, у нас получился. Общий дом такой, он очень теплый. Дом каркасный. Его просто осталось только крышу сделать красиво. Ну, вот каждый год у нас потихоньку что-то мы делаем. Вот веранду сделали, допустим. Здесь забетонировали. Пока серый, но потом он будет краситься. Вот как вот эта красота. Цвет подберем, конечно, потом. К нам приехал один мужчина и говорит, вот так преобразовали свой дом. Вот он просто смотрит, что здесь раньше было. Кто помнит наш дом? Какой он дом был раньше? Здесь вот раньше старая баня стояла, помню. Вот этот навес не было. И вот потихоньку мы, короче, переформатируем. Ну, просто все, на все время не успеваем. Не успеваем просто. Не хватает времени. Ну, потихонечку. Жизнь у нас еще вечная. Надо все как бы это потихонечку. Не торопимся, достигательством не занимаемся. Хотя занимаюсь сейчас, я поняла, что жить надо по радости, ребята. Каждый момент жизни спрашивать, миг своей жизни спрашивать. Сегодня снег убрала, кстати. А сейчас мне это делать счастливой? Мне сейчас хорошо? Или все-таки я себя напрягаю ради того, чтобы меня похвалили? Сказали, какая ты умничка, вот ты такая молодец. Все, я сейчас только себя спрашиваю. Сейчас вот что я делаю, мне делать это счастливой? Мне от этого хорошо? Вот такие дела, товарищи.